Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Деревенский заколхоз. Меня зовут Василий. Я хочу рассказать вам, как развести вашу девушку, жену на интимное желание. В наше время вы знаете, что женщины ценят в мужчине только его кошелек, и свои интимные желания могут осуществить, конечно, такие люди, у кого есть финансы, кто может делать подарки своей, да, девушке и так далее. Так вот, я расскажу вам сегодня, мужики, как осуществить свое интимное желание, как, так сказать, развести свою девушку на него. Женщинам я, конечно, советую не смотреть этот ролик, потому что вы узнаете наши хитрости. Вот, друзья, я расскажу свою историю. У меня было желание очень, причем давно, но нет возможности, как бы, да, делать своей женщине подарки дорогие и так далее, чтобы исполнить это желание. На стороне где-то искать — это тоже не вариант, сами понимаете, да? Поэтому мне пришлось придумать вот такую хитрость. Посмотрите, друзья, я представлю вам свой заколхоз. Чтобы развести на это желание, мне пришлось придумать вот такую вещь. Это брусья, друзья. Брусья, чтобы заниматься спортом. Мужики меня поймут. Так вот, я не мог себе долго позволить, да? Здесь нужно было купить металл, чтобы это все сварить и собрать, да? У меня была только вот эта труба от забора старого. Больше не было. И денег нет, вы сами понимаете, да, чтобы я мог купить. Смотрите, что я придумал. Я, так сказать, подкатил тихим сапом и предложил своей жене вот такой вариант. Видите? Я сказал, что могу сделать такое приспособление, чтобы сушить коврики. Она вот так расставляется. Можно ложить перекладины, вешать ковры, выбивать ковры, да, белье различное сушить и так далее. А в итоге осуществилось мое интимное желание. Все очень просто, друзья. Действуйте так же, как я. Если у вас нет возможности, берите хитростью то, что вы хотите. И получится и вам хорошо, и вашей любимой девушке. Все останутся довольны. Всем удачи и счастья.